Всем привет! Мы начинаем совместно с ЛСТВ новый проект под названием «Время рестлинга». Мы выбрали 10 участников из числа приславших нам заявок и поделили их на две команды – на команду Кости и на команду Макса. В каждой команде будет по 5 человек. Суть проекта заключается в следующем. Ребята будут проходить в течение 2 месяца обучение по профессиональному рестлингу и каждую неделю выполнять специальные задания, по итогам которых 2 худших будут выставляться на всеобщее голосование на сайте Абрикос Медиа. Победители команд сойдутся на главном событии профессионального рестлинга, на шоу NSW «Битва на Неве», а это пройдет 20 сентября на арене Главклуб. Ну а теперь самое время идти знакомиться с участниками нового проекта. Поехали! Меня зовут Мария Муратаева. Артем Чернуха. Меня зовут Надежда, мне 21 год. Привет, меня зовут Сергей Корс, мне 22 года. Меня зовут Дарья, мне 21. Я закончил ИСМАРТ по специальности физическая культура и спорт. Работаю учителем физической культуры в школе. Я бакалавр экологического образования, в данный момент учу в магистратуре. Я работаю ассистентом в отделе продаж в фитнес-клубе. Рестлинг – это спорт с элементами гимнастики, единоборств и актерской игры. Это борьба для актеров, у которых нет Оскара. Для победы в проекте я готова уничтожать всех своих соперников. Для победы в проекте я готов удалить всех своих соперников, как я их удаляю в своих социальных сетях. В первую очередь, мне кажется, нужно перебороть себя, перебороть страх и вот этот инстинкт самосохранения. Я очень люблю соревнования, поэтому готов на все 125%. Я хочу просто здесь победить. Я готов пройти сквозь любую боль, пусть будут растяжения, травмы. Я готов идти через это и думаю, у меня получится. Для победы в проекте я хочу сделать все зависящее и независящее от меня. Приложить все свои силы и сделать все возможное. Для победы в финальном матче я готов поднять своего соперника, выкинуть его с ринга и остаться здесь одному. Сначала нужно пройти финал, но если это произойдет, меня уже будет не остановить. Если я выйду в финал, то мы выйдем с моим наставником на ринг, и мы добьемся победы. Во-первых, я докажу себе. Во-вторых, всем вам, что девушки, весящие 30 килограмм, могут справиться с любым соперником. И неважно, какой он будет в весовой категории. Если я окажусь в финале этого шоу, то я приложу все усилия, чтобы победить. Если я дойду до финала, я готов победить и стать профессиональным рестлером. Это вы знаете для меня то, что я почти добила своей цели. Так как для меня главная цель – стать профессиональным рестлером.